Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Министерства внутренних дел. Распоряжением главы государства ряд сотрудников МВД награждены за отличия в борьбе с преступностью, укреплении верховенства закона и правопорядка, осуществлении контроля над соблюдением требований, введенного в стране особого карантинного режима, а также за исполнение служебного долга в связи с охраной общественного порядка и безопасности на освобожденных от оккупации территориях.